Ты где ходишь? У нас тут коммунальный коллапс намечается, а ты до сих пор не в бульдозере. Давай садись быстрее, за руль поедем. Кто эти наушники запутывает постоянно? Как так-то, блин? Твой аккуратно же клал. Садись, давай, сейчас поедем освобождать территорию для нового жилья, для новостройки, вот этого всего прочего. Кто их запутывает в эти узлы? Это я не понимаю вообще. Что за фигня с этими наушниками вечно, а? Вот. Распутал. Все, поехали. Так, мы в прошлый раз с вами, насколько я помню, мы что сделали? Мы разрушили вот этот вот деревянный дом, да? Теперь у нас следующая миссия называется «Внутренний патруль». Поехали! Мы начали летать, мы начали строить летающие всякие штуки. Естественно, нам сейчас ничего не показывают. Вот такую вот я скромную штуку построил. Мы сильно не будем, сильно заковыристое что-то вот на этом вот этапе делать. Нам что надо сделать? Уничтожь все палатки. И куча народа в войск бегает. Вот этого нам хватит уничтожить палатки? Ну, у нас, смотри, вроде пилы есть, палатки не должны быть прочные. Взлетать у нас было... И вот так, вот они, смотри, они все пришли. А они мне нужны вообще? Я же палатки могу и так сейчас раскидать, да? О, а там, смотри, гроза. Гроза, она на меня никак не повлияет. Ну-ка, сейчас мы тут вот в, по-моему. Бам! Есть, да, это на самом деле очень легко. Хорошо, когда машина сразу управляется хорошо, да? То есть вот построил машину оптимально, она хорошо управляется, и ты просто не паришься, ты просто выполняешь миссию. Вон они, солдафоны все скучковали, я не буду их трогать, они сейчас какие-нибудь крепкие чрезмерно будут, сломают меня всего. Так, сваливаем, давай, вперед, за мной, чуваки, давай, бежим. Ой, взлетаю, улетаю, бегом, за мной, давай, тренироваться надо, в доспехах, не доспехах, вы так смешно прыгаете, а. А ничего не машут, а у них же бывает friendly fire. Провоцировать, чтобы они там в толпе махать начали, прикинь, друг друга все перебьют. Вот, прошли, за 52 секунды прошел. Ну давайте, ребята, я могу опуститься к вам? Давайте, грызите ее, пинайте, терзайте, ой, тузики злые, а. Далее. Вот я и говорю, давай быстрее в свой бульдозер, потому что у нас, смотри, стихия еще началась, долина ветров, уничтожить 80% всех монументов. Так, опять смотри, я опять ничего не строю. Ой, нас сейчас кидать, швырять тут будет, наверное. Но мы аккуратненько, мы сейчас вот до средней как-нибудь вот так вот. И иди отсюда. У них какая-то своя траектория, наверное, есть или нет, или у них рандом полный в движении. Так, надо над монументом прям встать вот так. Аккуратно вот так вот встанем. В нажмем. Да, монумент. Еще что-то сломал. Еще что-то само сломалось. Птиц, вот птиц жалко, базара нет, птиц мне самому жалко. Ой, камни летят, сейчас уровень сам пройдется, сам что-нибудь переломается. Опять, видишь, у нас особый... А, здесь, по-моему, не надо будет ничего модифицировать, насколько я помню, вот в этой вот... На этом уровне, так, еще один монумент, ну давай, ну ты что, 80%... Что ты его не задел, или у меня ножи... Нет, ножи не сломались. Еще примерно два надо нам снести, все, уходи отсюда, сейчас... В него попадаешь, он видишь, что делает, но у меня устойчивая, четкая, да, она четкая в моей машине. Загадочное устройство. Какого типа-то устройства? Она вот сейчас, наверное, не леталка нужна? Что с тобой? Так, подожди, давай я сейчас на него сперва бомбу скину. Ну, это румпель, его крутить надо. Это фигня такая. Его надо покрутить, ну-ка. Бам. Ничего не произошло. Так, румпель. Сейчас буду как это, да? Мартышка и очки, блин. Что делать? Как с этим разбираться? Ой, но она неустойчивая, леталка. Ее будет откидывать. Ее крутить надо. Я как бы могу ножами своими покрутить, но... Да. Ее надо крутить. И крутить надо активно. А ничего так не начит. Короче, это фиговая идея. Надо брать свою главную машину. Так, ты летатель... Ой, не так. Ты летатель у нас пока... Виси, пойдем возьмем вот этого вот штука. А у него, кстати, смотри, у него сзади какая фигня прикольная есть. У него сзади есть вот эта вот штуковина. Мы к ей сейчас задом прям подъедем туда вот. Машина управляется очень хорошо, потому что я поворачиваю передние и задние колеса. Мы аккуратно вот так сзади подъедем сейчас. И вот эту вот штуку... О, видишь, крути. Бомбу надо было выкинуть. Можно еще закончить даже миссию, но чем я сейчас? Кран этот не... Кран бы как-то модернизировать, чтобы он более так гибко у нас управлялся. Гранату вот эту надо выкинуть.
Я понял в прошлый раз, почему она отваливалась. Ты видишь, я в одном месте перемычку не сделал. Он вот на ней и ломается как раз. Давай вот здесь вот закрепим. Вот так вот. Все. Сейчас ты не будешь ломаться. Сейчас мы отвернем. Ничего взрывать тут не будем. И надо будет укоротить, потому что кидать он стал очень плохо. Бомбу вот эту. Давай, аккуратно заезжаем. Вот сюда вот так. Начинаем крутить. Во-во-во. Крути. Четко, да? Я вообще еще пока ничего не построил здесь. Нигде. Никак. А идем и идем миссию за миссией. Колодец Геом. Отравить. Дезинфицировать колодец. Миссия. Надо дезинфицировать колодец. Как это делать? А, вот. Вот эти бочки. Вот этими бочками нам надо дезинфицировать колодец. Дистиллятор. Мы туда немножко хлорки, что ли? Добавим хлорки, потом отфильтруем. Не знаю, воду надо сделать чистой. Всеми способами нам дали такую задачу. Вообще надо было, я так думаю. Так, давай, аж бум. У нас такая техника. Я забыл, как управлять этим нашим. Так, М. Да, М опускаем. Оп. В. Магнитим. Н поднимаем. Вот так вот растопырим. Знаешь, что я забыл? Сейчас я сломаю все. Надо было колодец-то, крышку у колодца открыть. Как я сейчас буду? А сейчас бочкой я открою вообще-то. Че? Подъедем, да откроем бочкой. Да-да-да, люди радуются, люди ждут, что им сейчас наконец воду почистят в колодце. Вот, и вот здесь вот мы ее просто, типа, приопустим. Это М. И вот так вот покрутим. Во. Я же правильно все делаю? Правильно же? Туда же, в колодец? Да, в колодец. Отцепляем. И еще раз такую же процедуру сделать. Когда техника работает... Работа спорится. Ой, подожди, бочек поболее? Или я что, сломал бочку какую-то? Ну, бывает, ничего страшного. Так. Давай еще бочок. Вот. В. Раз. М. Не М, а Н. Поднимаем? Поднимаем. Все, поехали. Вот главное, чтобы рабочий инструмент работал хорошо. Когда он работает хорошо, у тебя проблем с поставленными задачами никаких никогда нет. Просто мастер своего дела. Ну вы сами все понимаете, сами все видите. Конечно, тут не поспоришь. В окружении. Чего? Я могу разозлиться и вам что-нибудь сделать, конечно. Что надо сделать, кстати? Они раз выстрелили и все. Вот так вот посидеть. Ну да, вот так вот посидеть, если посидеть. У меня даже, смотри, катапульта не сломалась. Он рано или поздно их все. Нет, давай, знаешь, как сделаем. Мы тут ничего не меняли пока. Хранять нам было нечего. Мы возьмем наш летательный аппарат. Мы этот летательный аппарат вверх вот так вот подымем. Куда подымем? Докуда подняли? И попробуем отпустим. Летательный аппарат выжил. То есть теперь мы просто... Просто. Ну, для начала вот так вот сделаем, например. Бам. Да. Да. Это видишь, что мы тут воду дистиллируем. Всякую пакость в природе очищаем. А они вот приехали и решили нам тут опять все загадить. Сейчас мы все почистим, сейчас мы все уберем. Так. Надо пониже даже, наверное, сделать. Смотри. Хорошо, хорошо берет прям вообще. Хорошо берет. Это хорошо, что пушки всего один раз стреляют. А так бы, прикинь, они сейчас строчить начали. Все, что ли, надо снести? А обычно здесь миссии так, чтобы часть какую-то только. Еще ниже. Я вообще по земле ездить могу, вы что? Управляемость хорошая. Но можно как-то сделать лучше. Но она же... Да, нет, не все. Не все, смотри, еще остались. Он их сам... Видишь, уже у меня даже техника умная. Она на автомате все сама делает. Я даже никаких усилий не прикладываю на самом деле. Священное пламя. Потушить священное пламя. Где это пламя? Вон оно пламя. А я не умею тушить, я умею только зажигать. Вы что? Как я его буду? Но оно синее, может быть, я красным флеймом его затушу, синее пламя. Это, ну, на газу работает пламя-то. Видишь, синее пламя какое. Так, во. Что, огнем, красным огнем тушить, синий огонь не вкатывает? Ну, вот теперь у нас начинается какая-то модификация. Нам нужен водомет. Водяная пушка. Во. Так это она назад так смотрит. Повернем мы ее вперед.
И так, чтобы развесовка была лучше, мы ее вот так сделаем. Сделал. Ты понял, вот сейчас всю абсурдность и продолжаю делать. Понимаешь, да? В чем вся проблема? Поднимаемся. Дело в том, что пламя у нас... Она что ты у нас стреляешь? А, Y. Дело в том, что, чтобы затушить пламя, мне сейчас придется с самим кораблем над пламенем взлететь. Я их сзади поставил, придурок. Понимаешь, да? Вот это я строитель. Но это, чтобы поливать, можно, конечно, выше подняться. И надеяться, что нас, типа, водой это не... Ну, в смысле, не зацепит. Знаешь, как я сейчас сделаю? Я сейчас включу воду и поеду. Миссия за миссией, миссия за... Мы так всю игру пройдем, он по полминуты на миссию уходит. Вытащить и украсть, вот это да. Но это опять вот эта наша техника пойдет. Мы бомбу отсюда скинем. Да, бомба, не мешайся. Птички, извините, я не хотел птичек трогать. И вот этой вот присоской мы сейчас... Я расстояние, вот здесь вот видишь, я как теряюсь в этом расстоянии. Тихонько подъезжаем. Тихонечко, тихонько так. Да. А он зацепится. Вот задом сдавать не очень удобно. Давай, 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 давай. Ой, 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 вот. Назад и вот так вот. Раз. Что такое? Давай, прям за ручку ему цепляйся. Сейчас будут... Вот под ним же прям. Спускаемся. О, прицепился, присосался. И не поднимает. Не поднимает. У него сил не хватает. Стой. Так мы сейчас что? Мы сейчас просто усилим всю эту тему. Мы возьмем вот такие штуки, их еще просто добавим. Вот посередине не получается. Он у меня, ну, он получается как такой, знаете, шестиколесный автомобиль. Трехосный. Но также он у меня сильнее будет. Если нет, то нам придется мастерить какие-то лопасти, если сейчас у нас не получится. А тут мечей-то много торчит. Чем именно этот? Вон там другие красивые. Ну да, те поношенные вообще-то не надо. Так. Где наша вот эта штука? Опа! Прилепились. Подымай. Вау, прям с такой помпой это произошло. Все, полетели. Птиц, блин, зарезал. Птиц мечом зарезал. Офигеть. Пойди вот, кому скажешь, не поверят, да? Птицу мечом... сбил. Так. Получение знания герцога. Что это все значит? Я сейчас поднимусь. Сундук. А, надо вон туда ящик, что ли, перетащить. Я его сейчас... Или это саркофаг? Что-то я не помню. Я это делал, но я не помню. Ну-ка, мы этот саркофаг сейчас вот так вот его... Так вот тихонько, на... Что изменилось? Ни хрена не изменилось. Спускаемся вниз, значит. Присасываемся. Там книга лежит, а я ее так не достану. Ребята. Я не достану книгу. У меня просто не хватит вот длины вот этой вот моего магнита, чтобы ее оттуда достать. Но это надо типа сделать то же самое, да? Только магнит немножко... Длиннее, да, он его тупо не зацепит, потому что глубоко надо туда погрузиться чем-то. Ну, то есть надо магнит вот этот вот прилепить. Ну, может он как-нибудь, ну, сквозь баги. Не получится у нас. Надо, значит, нам вот эту штуку, либо ее сразу удлинить, бомбу убрать. Ну, добавлять одну... Давай вот так вот сделаем. Раз. Ну и пожалуй... Да, пожалуй, хватит. Давай, где эта штука у нас? Это у нас было вот... Вот она. Мы ее сюда раз. Ну такая-то залезет, до книги достанет. Ну должна достать, да как так? Достанет по-любому. Вот. Гранату скидываем. Сейчас мы проверим работоспособность, во-первых, этой штуковины. Я же не знаю, какие кнопки в прошлый раз настраивал, я же не помню ничего. Вот так вот мы ее зацепим. Мы ее поднимем легко. Мы ее тупо скинем. Назад. Блин, вот мышкой вот это неудобно мне управлять так.
Как перенастроить, не могу сфантазировать. Так. Оп! Присосался к книге? Присосался. Смотри, какая книга толстая. Да там страниц-то всего-то, смотри, они просто толстые страницы. Они не умели бумагу делать. Они деревянные доски у них страницами были. Непрактично, непрактично. Сейчас я вам новые технологии сюда. Даже положить не дали. Вот просто взяла и прошлась, и прошелся уровень. Почитаемое сердце. Допустим. А, это стой, а ты чё? Вопросики, вопросики. Не понял. Вот с этими штуками надо что-то сделать. Взорвать их? Давай взорву. Что там за люки такие? А, нет. Это ничего не даст. Это... Все, развалился. Это получается у нас... Ё-моё. Весело, а? Карусель-то какая. Ой, как весело. Ой, как весело. Это у нас получается... Кнопки. Мы когда к ней подлетаем, она свистит. Надо нам вот эту штуку заменить на... На что? Что мы можем прицепить, чтобы потом могли отцепить? У нас балласт можем прицепить. Смотри. Один балласт. Второй балласт. Два балласта. Вот эту тогда надо настроить на другую кнопку, чтобы это отдельно все происходило. Нажимаем на кнопку B, пусть будет. Вот. Летает? Летает. Балласт. Мог бы к земле получше прижать. Мы сейчас вот подъедем. Передняя у меня B. Вот видишь, она светится. Передняя B мы нажмем. Оп. Вот она светится. А вторую... Ой. Вот, вон, видишь, там открылось, нифига себе. Целый рубин открылся, блин, его надо моим дирижаблем на превьюху воткнуть. Сейчас я... Так, давай, знаешь, что сделаю? Надо же скинуть сюда вот балласт наш. Его же надо скидывать или не надо? Это у меня кнопка V. Все, балласт лежит, чтоб не закрылось. Так, люди, народ, ну-ка, это, да, и... Вы чего? Это вы так в могилы закапываете, что ли? Так, я еще и водомет включил зачем-то. Я забыл, как его... Вот, все. А, мой шикарный летательный аппарат с рубином. На ручник тебя как поставить? Вот так вот, да, это будет. Я не знаю, а я где буду сидеть? А я буду рукой держать летательный аппарат. Вот это превью и будет. Или больше надо? Ну дай херню позаниматься. Превьюху все равно делать надо. Вот, а что с ним сделать? Его надо... Блин, а у меня пушек нет никаких. Его надо взорвать или его распилить надо? Что с ним сделать? Вот, огнемет у меня есть. Я не знаю, что я с ним сделал, но у меня уровень закончился. Это главное. Поле осколков. Украсть великий осколок. А, да. Он неправильные какие-то нейроны сюда петляет. Так, балласт надо скинуть, наверное, оба. Обои два. Скидываем балласты. И идем за вот этим штуком. Он какие-то вредные волны распространяет. Надо убирать. Надо очищать нашу атмосферу от всякой фигни тут летающей непонятной. Надо. Сейчас мы все почистим, сейчас мы все сделаем. Мы созидаем. Как бы вам ни казалось, мы здесь сейчас созиданиями занимаемся. Так, смотри, я почти правильно... Да все, что ли, я не понял. Что так легко-то? Улетели? А, нифига, у него какая-то это особенная гравитация. Это. Он его, видишь, как тяжело его тащит. Он его медленно тащит. Отпусти. И вниз его. Может, надо, чтобы он из зоны действия вот этих вот вылетел. Остальных всех? Нет, он просто, он намагниченный. От него вреда столько. Магнитные бури от него сплошные. Все, убирать надо эту хренотень.
засоряет нам тут магнитное благополучие наше. А что, он его дотащит, нет? До этой штуковины. Ой, как медленно. Да дотащит. Его еще вниз же надо прижать, наверное, туда. А, нет. Нет, не надо прижимать. Ну, да, довольно быстро управился. Или вот такую штуку на превью поставить, блин. Скотина, уберите у меня вот... Я потом, если что, вот это вот будет на превью. Его надо же это... Я хер знает, как этой камерой управлять, она неадекватная. А, во, вот так. Типа вот этого. И вот так вот сдвинуть. А я буду сидеть слева. Ну тогда надо будет вот так мне сидеть, да? Смотреть вдаль, вверх на него. Вот. Нормально будет. Надо было еще огнемет включить. Во! Стой, не огнемет. Огнемет и водомет. Вот так вот. Огонь просто, да? Рука влезла? Влезла. Все, превью готово. Или та, или та. Две превью сделаю. Они, кстати, мы их там выберем. Все, давай их. Хватит тут болтать. Время-то идет. Вы торопитесь. Вас надо... Убежище Араса. Уничтожить все, что есть. Миссия. Уничтожить все, что есть. Но это значит, надо вот сюда вот не пригрузы вот эти вот вешать, а взрывчатку. Мы вот эти пригрузы уберем. Вот эти раз, два. А бомбы сюда прицепим. Раз, два. Вот и все. И я, в принципе, готов. Ну, вот они, солдафоны, побежали. Солдатики. Солдатики бегут, им не нравится. Тут видишь, сколько хлама сюда, металлолома своего нагнали. На, держи. Вон сразу сколько закончилось. Ну, сейчас мы два дирижабля грохнем, вот этих вот, да? Пришли, пыхтят. Видишь, у меня экологически чистый транспорт. У них, смотри, от него дымище сколько парит, блин, атмосферу. Озоновые дыры потом оттуда кругом, блин. Так, надо аккуратно подлететь к нему. Сказать ему: чувак, извини, пожалуйста, не надо нам свои испарения сюда. Забирай их с собой, лети отсюда. Красиво давай, жахни тут у нас. Вот, молодец. Ой, сразу. Ой, как сразу много шкалазов. Огнемет-то может кончиться же. Ты что делаешь-то, блин? Или уже кончился? У меня водомет еще есть. Водомет, наверное, тоже пойдет. В трубу ему нальем, у него двигатель заглохнет, он упадет. Так. Если у меня остались патроны на этот... А у меня нету больше патронов. Придется по старинке. Придется вот так вот подлетать над ним и нажимать букву В или Б, я не помню. Так. В? Нет, Б. Б. Что, не хватило? Не доломалось ничего у нас еще? Осталось чуть-чуть чего-то, но это внизу надо вот эти штуки какие-то еще сломать нам. Или вот эту вышку? Не, вышку не надо. Так, давай что-нибудь еще расковыряем ножами. У меня же ножи еще внизу есть. А главное, я не понял, а винты-то, смотри, они где-то крутятся. Лежат и крутятся. Вот это тоже считается? Зачем ты к ней присосался? А что ломать-то еще больше-то? Все сломано же. Всех одолели, всех победили. Давай ножом вот эти вот. Или надо винты еще вон тебе сломать, которые вращаются. Как-то не допрошлась миссия чего-то. Что, высота не та, что ли, опять? Что-то не проходится. А что вам от меня надо? Блин, реально сейчас придется винты еще. А как я этот винт сломаю? Ну давай винт. Сейчас меня всего тут... Ничего не понимаю. Может его поднять, с собой утащить. Что сломать-то? Где-то что-то уцелело. А вот эти вот это солдатики же, да? Вот эти вот маленькие. Это же солдатик. Оп. Сейчас мне этот солдатик даст. А что ты? Солдатик, вот, пилу возьми. Вот эту. Я его прицепил. Смотри, солдафончика прицепил. Давай мы тебя поднимем повыше, вот так вот. Бонзай? Ничего не убавилось, ничего не прибавилось. А опять какой-то... Что за пробка такая? Или клетки вот эти сломать? Или что сломать-то? Иди сюда, солдат. Ты шустрый такой, а. Как вот его сейчас ловить? Иди сюда, магнится давай. Всего что-то одно маленькое надо сделать осталось. Все, товарищи. Все сломалось, все пропало. Но со солдатика я не добил, хотя, может, его и не надо было. Давай вот врежемся вот в эту штуку. Она не ломается. Сломалась. А, да, засчитывается, засчитывается. Все.
Все вижу, все понял. Засчитывается, надо с разгона просто врезаться во всякую фигню. Осталось совсем чуть-чуть. Так, разворачивайся давай. Так. Сейчас все будет, сейчас все закончится. Осталось совсем чуть-чуть. Но деревья же не должны пострадать. Разве нет? Давай. Вот эту штуку. Бабах! Все. Зона завоевана. Duke of the Sea. Остров уничтожен. Остров прошли. Это все. Это целые этапы. Тут последнюю миссию. Че так долго возились-то, блин? Вот надо же, а. Все. Нас теперь отправили в командировку куда-то вон. На Аляску. Там, где холодно, потому что там уже все сделали, туда теперь позвали, но это уже будет другая совсем техника, теплая техника, которую мы с вами построим в другой раз, а на этот раз спасибо, что пришли, спасибо, что помогли мне, я не знаю, чему там помогали, ну, наверное, душой болели, вот, и лайк поставили, комментарий написали, соседу на комментарий ответили, ему комментарий лайкнули, и все, я пошел, до скорого.